ДТП произошло неподалеку от пересечения Садовой и Набережной улиц. Столкнулись рейсовый автобус «ЛиАЗ» и маршрутное такси «ПАС». По неустановленной причине водитель маршрутки выехал на встречную полосу и совершил прямое лобовое столкновение с автобусом. По предварительным данным, 9 человек получили травмы разной степени тяжести. По информации ГИБДД, детей среди пострадавших нет. Происшествие, к счастью, обошлось без смертельных исходов. Маме подарок разбить? Да. На входе сломаешь? Живо? Наш номер отлетел или его? Бля, что получилось? Женщина за рулем. Получилось?